Ну, действительно, ситуация непростая. Вологодская область, наверное, хоть и не входит в комплекс таких, ну, в перечень тех субъектов, где наиболее острая ситуация. Вчера была ВКС с Министерством строительства, озвучивались 20 субъектов, в которых наиболее проблемная ситуация, мы в них не попадаем. Понятно, что есть субъекты, в которых по 50 и более домов с обманутыми дольщиками, более чем 1000 граждан попали в такую ситуацию. Мы на этом фоне выглядим более-менее благополучно, у нас 12 таких домов, порядка 200 граждан, но тем не менее это не повод для того, чтобы успокаиваться, естественно, потому что это та проблема, которая для нас на сегодняшний день, наверное, одна из самых актуальных. Ну а то, что касается предприятий стройкомплекса, основная проблема в том, что, во-первых, Вологодская область достаточно хорошо обеспечена жильем. Мы входим в первую десятку субъектов Российской Федерации по обеспечению. Поэтому, естественно, спрос на жилье у нас сократился. Это так или иначе влияет на работу строительного комплекса в целом. Потому что платежеспособность у граждан, к сожалению, тоже не очень высокая на сегодняшний день находится. Ну и мы пытаемся этот вопрос решить, ну, практически в ручном режиме. Что касается стройиндустрии, то особую озабоченность нашу вызывает то, что вокруг предприятия появляется много третьих лиц, которые, ну, пытаются зайти в процедуру банкротства, которая всячески влияет на процесс конкурсного производства, хоть он еще и не начался, но в рамках даже досудебного конкурсного производства достаточно сложно влиять на так называемые рейдерские захваты, когда скупается отсуженная задолженность по заработной плате, когда скупается задолженность третьих лиц. Поэтому мы, естественно, выходим с предложением к следственным органам, к органам прокуратуры, для того, чтобы максимально обратить внимание на действия таких лиц, ну и свести попытки их рейдерских захватов к минимуму.